Газификация малых предприятий, несмотря на кажущуюся простоту, является достаточно длительным и трудоемким делом. Возможность подключить сооружение к централизованному газопроводу сопровождается соблюдением всех технических условий. Порой самостоятельно разобраться очень непросто. Как не ошибиться в оформлении бумаг и без проблем подключиться к газу, предприниматели обсудили на тематической встрече, которая состоялась в администрации городского округа Щелково. На встречу были приглашены представители среднего и малого бизнеса, большинство сложностей у которых в вопросе газификации возникают из-за цен. На круглом столе также присутствовал представитель от Мособлгаза. Именно Мособлгаз занимается программой газификации населенных пунктов Московской области, а также вопросами технологического присоединения к программе предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Мы сейчас очень лояльны к особенно малому и среднему предпринимательству. Мы ищем точки подключения ближайшие, подсказываем, с чего начать, как быть, если частный газопровод, как выйти на собственника частного газопровода. В общем, мы стараемся максимально помочь заявителю нашему. Также на встрече обсудили вопрос газификации частных домов. В Подмосковье действует программа развития газификации в Московской области до 2025 года. Представители Мособлгаза обозначили, что так по программе газификации в прошлом году были подведены газопроводы к деревням Костыши и Масальская. Также была газифицирована деревня Еремина. В этом году планируется газификация поселка Клюквенный. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.